И в эту же ночь, с воскресенья на понедельник, на улице Энтузиастов бригада скорой помощи обнаружила труп 15-летнего подростка. Тело мальчика лежало возле смотровой вышки, которая находится недалеко от медстанции. Возле смотровой вышки, расположенной в районе станции скорой медицинской помощи, был обнаружен труп молодого человека, который скончался в результате получения множественных повреждений, видимо, несовместимых с жизнью. Обстоятельства получения данных телесных повреждений выясняются. Рассматривается ряд версий, в том числе как суицидальная попытка со стороны молодого человека, так и, возможно, причинение ему данных телесных повреждений третьими лицами. Как рассказали уже в отделе внутренних дел, около 10 часов вечера 17 февраля в полицию обратились родители подростка с заявлением о том, что их сын пропал. Через 3 часа им сообщили, что найдено тело мальчика.